Праздничные мероприятия, посвященные Дню милиции в городе над Бугом, начались у памятного знака сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного долга. Именно здесь прошел митинг с участием военнослужащих Управления внутренних дел, а также руководителей областной и городской вертикали. Служба в милиции основана на идеях и принципах, заложенных более 100 лет назад. Честь, достоинство, любовь к своему отечеству. И сегодня эти слова остаются главными для тех, кто приходит в милицию и остается в ней до конца. Брестские стражи порядка достойны слов поздравлений, потому что службу свою несут они с честью, выполняя поставленные перед ведомством задачи. Сегодня день профессионального праздника. Мы, конечно же, отмечаем в первую очередь наших сотрудников, личный состав, который честно и добросовестно выполняет свои задачи по охране общественного порядка, общественной безопасности, личной безопасности граждан и их здоровья. Это те люди, которые сделали для себя один раз выбор служить закону, долгу, чести и в первую очередь ставить для себя интересы наших граждан, которые в любой момент должны быть защищены, и наши люди должны чувствовать себя в полной защищенности от возможных иных любых видов правонарушений. Главный момент торжества – вручение грамоты, диплома в особо отличившемся внесении службы. В этот день их получили те, кто проработал в управлении не один год. Ветераны управления, опытные сотрудники, раскрывшие и предупредившие немало преступлений, спасшие немало человеческих жизней. Я родился в милицейской семье. У меня отец был, всю жизнь проработал в милиции, начиная с 47-го года и до 85-го. Поэтому я потомственный милиционер. Я врос в нее, поэтому по-другому сказать ничего не могу. То, чему я отдал, так скажем, все годы своей жизни, и, скажем так, с момента того, когда я стал понимать, что я делаю, что я хочу, я знал, кем я буду. Много наград было вручено и молодым милиционерам. На них сегодня делается ставка руководства. На таких, как Михаил Тиханович, старший инспектор управления охраны правопорядка и профилактики, майор милиции, в службе отдаются на все 100. Жалеют, что в сутках времени мало. В органах внутренних дел я с 2009 года. Мой дед, герой Советского Союза, прошел войну, всегда помогал людям. Ну, я выбрал стезю его, шел по пути помощи людям. Честный, добросовестный, готов всегда прийти на помощь и никогда не отказывать людям в их беде и всячески стараться помочь. Желание служить в системе и в органах внутренних дел всегда присутствует. И движение наших молодых людей, мы постоянно имеем приток, движение через наши специальные учебные заведения, движение к нам и приход на службу после окончания наших гражданских вузов, прохождение службы в вооруженных силах. Поэтому всегда есть желающие стоять на защите нашего Отечества, нашей Родины и, конечно же, ее граждан. На торжественной церемонии торжественная обстановка, множество гостей и ощущение праздника. И, конечно, слова поздравлений и благодарность за службу. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».